вас на своем канале. Зовут меня Елена. Предлагаю вашему вниманию обзор на заказ Ив Роше по бланку на день рождения. День рождения было у меня 6 ноября. Я получала почтовую рассылку, получила, где можно выбрать было 3 парфюма на выбор и сделать заказ. И будет тебе подарок на день рождения один из 3 парфюмов. Ну, я сделала, конечно же, заказ. Первое, что вы видите, это я заказала гель для душа. Экстракт гамомилиса био, нежный гель для душа, очень приятный аромат, большая дозировка, и с удовольствием буду его использовать. Еще у меня геля для душа такого не было в этой серии, был только шампунь. Шампунем я осталась очень-очень довольна. Еще заказала второй гель для душа, это у нас идет иланг-иланг Коморских островов. Очень мне нравится аромат, у меня такой гель для душа был, такой приятный аромат, хорошо пенится, и вот, конечно же, я купила второй раз. Далее, уже не первый раз, мой must-have, я в каждой посылке практически следила заказ и в Роше не так часто, я стараюсь заказывать, это гель для умывания, перкальный, с ромашкой, очень мне нравится, не сушит кожу, использую его в основном для утреннего умывания, и, конечно же, приятный аромат. Далее, не первый раз заказываю шампунь, эко-шампунь. Сейчас он выходит в такой новой упаковочке. Идет шампунь для блеска волос. Такой вот эко-шампунь. Очень такой приятный аромат, такой какой-то цитрусовый. Хорошо промывает волосы, подходит для частого применения волос и для всех типов волос. Мне нравится, особенно нравится шампунь моей маме. Когда этого шампуня нет, она всегда просит его заказать. Поэтому у нас практически всегда он есть. Если я не всегда мою голову, то мама старается практически регулярно мыть голову. Что касается шампуня, то я заказала еще один шампунь лечебный. Заказала его первый раз. Это вот этот шампунь, он не из дешевых, этот шампунь идет против выпадения волос. Уже моем голову, как видите, его вот уже часть отсутствует. Не знаю, насколько мне поможет, потому что у меня, как начал выпадать волос активно после операции, до сих пор не может остановиться. И вот я решила попробовать взять этот шампунь. Первый раз я мою голову каким-то другим шампунем, и второй раз уже этим оставляю на волосах. Очень хорошо пенится, хорошо промывает голову. Приятный очень аромат, содержит много полезных ингредиентов, трав. Надеюсь, что все-таки тоже результат будет положительный. Как шампунь, он мне очень нравится. Конечно же, если бы еще была цена более выгодная, нравился бы еще больше. Далее заказала вот такое вот молочко. Это бурбонская ваниль для тела. Обожаю я молочко Ив Роше. Очень приятный аромат, хорошо впитывается. Дозатор у меня есть, поэтому с удовольствием буду его использовать. Хотела заказать что-то другое там с оливковым маслом, но такого наличия не было. Но это тоже очень даже такой хороший вариант в преддверии зимы, Нового года, согревающий теплый аромат, поэтому мне нравится. Еще в заказе был у меня крем для лица и тела Перкальми и молочко Перкальми, которое у меня попросила заказать подруга, я заказывала для нее уже и отдала ей. Ну вот это было все. Теперь компания в Роше еще говорила, что там за каждый там каких-то 2 продукта она будет класть какие-то там подарочки в посылочку дополнительные. Но так как я в том году заказывала, я знаю, что подарочки это в основном идут мини какие-то версии. Поэтому я ничего большого и не ждала. Но в любом случае приятно и мини-версию тоже получить. Подарок положили вот такую мини-версию. Это у нас гель для душа, зеленый чай. Приятно будет его использовать. Конечно, запах очень нежный, очень легкий. Дальше, следующее, положили крем-гель, интенсивное увлажнение. Вот здесь вот маленький такой тюбик, 15 мл.
гидровежиталь, тоже с удовольствием буду пользоваться, мне нравится. Очень, где-то когда-то у меня такой, по-моему, маленький был, я пользовалась, действительно очень хорошо увлажняет кожу. И из серии гидровежиталь тоже положили вот такую мини-версию, это мицеллярная водичка, насколько я помню. Не пользовалась ей еще, ничего не могу сказать. Попробую. Далее было три пробника по ссылочке. Это у нас Солексир. У меня такой парфюм есть, знаю я. Вот такого эвиденции парфюм у меня есть. Но какая-то новая упаковка. То ли новая упаковка, то ли что. Но такой аромат у меня есть. Это мой самый любимый аромат от Yves Rocher. Больше всего мне нравится. И такой вот кремик. Такой крем у меня есть. Мне нравится. То есть, в принципе, в пробнике получилось то, что у меня есть, либо я им пользуюсь, и я знаю, что внутри. Теперь, какой я аромат выбрала в качестве подарка? В качестве подарка я выбрала Ирия. Дело в том, что там на выбор были ароматы, которые у меня уже есть, и было два, которых нет. И я спросила у девочек в группе, какой они мне аромат советуют. У нас есть группа Yves Rocher Казахстан, ссылочку я оставлю под видео. Там мы обмениваемся предложениями, спрашиваем друг друга совета. Если есть какие-то каталоги, коды бонусов, мы там все оставляем, делимся. И поэтому, кто хочет, у кого есть желание, можете по ссылочке пройти и вступить в нашу группу. Итак, заказала я Ирию. Этот аромат такой, знаете, восточный, такой более зимний, более вечерний аромат. Мне аромат понравился. Такой достаточно недешевый аромат, и он хорошо держится. Я очень довольна подарочком, который получила ко дню рождения от компании Yves Rocher. Вот такой был у меня заказ. Вам всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Пока-пока.